might be easy on the other side. Nah, yeah. Современное искусство. В последнее время мы все больше слышим об этом. Яркие эпатажные выходки, завуалированные провокационные высказывания давно уже нас не удивляют. Мы свыклись с тем, что оно просто существует вне нашего поля зрения. Ну, существует и бог с ним. Однако мною было принято решение попытаться познать это самое современное искусство. И вот оно. Долгожданное и таинственное погружение повседневного обывателя в загадочный мир художников, соревнующихся не в мастерстве, а в нестандартности высказывания. Я преклоняюсь перед живописью, перед великими мастерами пера, перед тем, где виден смысл, или где виден непревзойденный гений самого художника, проявляющегося в мазке и неповторимой технике. Соответственно, если подумать логически, наше поколение должно было с трепетом подхватить веяние школ и создать новую современную коммуну единомышленников, предающихся лишь одной цели – создавать и расширять границы возможного для художника. Об этом писал Ван Гог чуть ли не в каждом своем письме. Но тут что-то пошло, видимо, не так. Вместо единого крепкого направления я видел скопление разношерстных работ, в котором главной реакцией было не восхищение, а вполне логичное утверждение. Но ведь я могу так же. К сожалению, в нашу цифровую эпоху и слишком нетребовательного культурного кодекса мы все больше ведемся на яркий фантик, а о смысле можно и не думать. Вместо мечт Ван Гога мы созерцаем грамотно распиаренные полотна, в большинстве своем не несущие в себе ничего, кроме странного ощущения, что где-то в глубине души вас обманули. Но опять-таки, если бы я был бы частью волны современного искусства и тратил бы семизначные цифры на обыкновенные каракули, я, скорее всего, постигнул бы великое таинство нового художественного слова. Но, увы, я был обыкновенным человеком, не понимающим, какая разница между полотном с абсурдным названием, висящим на стене в известнейшей галерее, и моими детскими рисунками, пылившимися у меня в шкафу.